Германии молния ударила прямо в толпу зрителей на знаменитом рок-фестивале «Рок Ам Ринг». Пострадали больше 40 человек, 8 госпитализированы. ЧП это случилось минувшим вечером во время концерта в городе Мендик. Кто-то из зрителей успел даже заснять момент этого гигантского разряда атмосферного электричества. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные, медики. Конечно, выступление прервали на целых 1,5 часа. Ну, аналогичный случай произошел в прошлом году. Тогда от удара молнии пострадали 12 человек. Рок Ам Ринг – один из крупнейших мировых рок-фестивалей. Он ежегодно проходит в Германии в первые выходные июня и собирает самых ярких звезд рока. Тут уж не поспоришь. Но уж непогода продолжает бушевать в Германии уже несколько дней. Сильные дожди с грозами обрушиваются на южные и западные земли Федеративной Республики. Жертвами наводнения в Баварии стали 7 человек. В некоторых районах ситуация просто катастрофическая. Вся земля пропиталась водой, поэтому мы должны по-прежнему отслеживать ситуацию. Правда, мы очень надеемся, что проливные дожди, которые шли последние дни, прекратятся. Иначе все будет очень плохо. Проливные дожди вызвали сильнейшие паводки и во Франции. Там погибли 3 человек. Предпоследний оранжевый уровень метеотревоги объявлен в Париже и в соседних с ним департаментах. Накануне дожди в столице прекратилось, но вода продолжает пребывать. И сегодня уровень Сены может подняться до рекордных 6,5 метров.